Молодцы, ребята. Завтракать будем холодными, как лед суши. Говорю, ой, хватит, устал я от этой обузы. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, короче, тянузы. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. В этом я сомневаюсь. Ах, встать бы на рассвете, убрать бы в стол тетрадь. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. А нам говорят дельфины, больной пошли на спарку, на спарку. А я говорю покинуть, хочу поскорее в парку. Ла-ла-ла-ла-ла. Войной пошли на спарту, на спарту. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Покину скорей бы парту. Парту, парту. Слова простые эти я буду повторять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. Говорят, что Волга впадает в Каспийское море. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб встать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком, с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять. Чтоб встать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком, с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять. Мы будем есть ананасы. Ты согласна, мой дорогой пупсичек? Шкипер, смотрите. Выводы? Похоже, это сигнал тревоги. Лампа накаливания указывает на сбой в работе. А выглядит красиво и даже завораживает. Тоже верно. Так, рекол, инструкцию. Угу. Проблема финита. Нам хочется гулять. Нам хочется гулять.